В Бишкеке накануне состоялось открытие парка кыргызско-азербайджанской дружбы. В церемонии приняли участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров. В своих выступлениях президенты двух стран назвали открытие парка ярким доказательством укрепления дружественных отношений и исторических связей между двумя братскими народами. Открытие парка дружбы Кыргызстан-Азербайджан имеет символическое значение. От имени всего народа Азербайджана хочу выразить благодарность президенту Кыргызстана за такое отношение к нашей стране, за такое отношение к нашему народу. В этом парке также мы видим и видение президента Кыргызстана, его планы по градостроительству, по созданию комфортных, хороших условий для жителей столицы, равно как и для жителей других городов и сел Кыргызстана. Данный парк выступает символом прочной дружбы и братства наших стран, имеющих давние отношения, глубокие исторические, духовные и нравственные корни, ценности и традиции. Именно это является прочным фундаментом, на котором мы выстраиваем современные кыргызско-азербайджанские отношения.